Мы в аэропорту Манаса заказали телесопровождение, потому что у Фили трещина в ноге. Мы удачно сходили на день рождения. Везде прошли без очереди. Отдельный человек Филю вез. Сейчас вот он нас оставил, пока мы ждем вылета. Потом придет опять. И в Москве по прилету нас тоже должны встретить. Филь, как тебе опыт такой на коляске? Какой? Как тебе нравится, когда тебя везут? Да, исполнил свою мечту. Ужас какой. Филь очень хотел знать, каково это кататься на коляске. Нет, ну вот, подвернул ногу. Теперь сапожок вот такой крутой. Крутой, да, которым вообще-то можно ходить, но Филя в нем ходить не может, боится. Хотя это такие специальные сапожки вместо обычного гипса, на него можно наступать, потому что у него там пластиковый такой каркас, пластиковый. На него можно, в нем можно ходить, его можно снимать, ногу мыть, в общем, все гораздо удобнее, чем с обычным гипсом. 8:30. Мы уже поспели. Сейчас 8. Мы подойдем в аэропорту. Мы уже снижаемся в аэропорту. Ой, в каком аэропорту? В небе. Вот, смотрите, какая красота. Смотрите, какая красота там. О. Встреча. Вот это да. Я понимаю. А где мой Биг Мак? А мы летом, да, он так же поехали, а мы его да? потеряли. Да, а? Давай летом так же, да. Там вот. Какой-то новый картофель. Я надо пробовать свой Макдональдс. Это наггетсы. Сейчас, я вот сюда перетяну. Чикен-бургер у тебя. Чикен-наггетсы. А тебе вот твои, вот. А тебе вода. Сейчас тебе дам попить, Ну вот мы и в Москве. В отчим доме. Феля дышит свежим воздухом со своей сломанной ногой. А у нас и тут вот папа. И все в снегу. Привет, как дела? С кем ты разговариваешь? Женей? Я? Да. С видео на YouTube. Вот сколько снега. Фель, тебе как больше нравится? Со снегом или без? С. С? С. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Ну что, серая Москва приветствует нас, хотя на улице куча снега, просто настоящая зима, и это, конечно, невероятно кайфово, но я еще не могу прийти в себя после такого перелета, точнее, перелет у нас был прекрасный, шикарный, потому что у нас везде было сопровождение из-за того, что у Фили сломана нога. Поэтому нас везде встречали, мы везде прошли без очереди, вообще просто как VIP-клиенты. Было круто. Но так как у нас на 3 часа вперед в Бишкеке относительно Москвы, мы когда прилетели, было уже поздно вечером здесь, и был поздний вечер здесь, и по бишкекскому времени мы легли спать аж 2 часа ночи, и, честно говоря, я еще с трудом прихожу в себя. Уже с утра разобрала чемоданы. Вчера было не до этого. Съездила за посылкой для своего мужа. Так что будни московские начинаются. Спасибо. Пока мои дети спят, расскажу вам, что мы собрались ехать в театр. Сегодня у нас по программе «Щелкунчик» вместе с детьми. И даже с Филей, у которого сломана нога, он уже настолько наловчился со своим вот этим вот специальным гипсом, что ходят очень-очень даже легко. И не нужен ему никакой костыль, не надо прыгать на одной ноге. Очень классная штука. На заметку, когда вот ломается нога, очень круто купить такой ортопедический сапожок.
Он заменяет гипс, и на него можно наступать. Так что вот мы сегодня даже попробуем пойти в театр с ним, и ему придется там ходить по центру, потому что мы едем в Кремлевский дворец съездов. На улице у нас минус 16. 16 градусов, обалдеть. Поэтому я тут, короче, как кулема наряжена. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Да, жульены с, с грибами и с осетриной, мам. Ну что, шикарно. Я вот себе чаё взяла. Что сходили мы вчера на Щелкунчик, и это, конечно, было просто невероятно красиво, очень мне понравилось. Давно не была в Кремлевском дворце съездов, не смотрела, как бы мне встать, чтобы был свет нормальный. Давно не была в Кремлевском дворце съездов, вчера мы просто замечательно сходили, была очень красивая постановка. Ну и даже дети, честно говоря, выдержали, на что я не рассчитывала. Филь еще со своей ногой переломанный тоже был с нами. А сейчас хочу съездить в аутлет, кое-что купить там из подарков. Себе любимый, конечно же, тоже что-нибудь. Благо, это не так далеко от нас, потому что вчера мы ехали часа три, наверное, в один конец, потому что вся Москва стоит, все, естественно, видимо, едут по своим каким-то делам, у всех свои дела. Поэтому мы тут недалеко от нас съедем, кофейку попьем, подарочки купим. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Для кур, что ли? Для кур, по-моему. А где он лежит? Она сказала, попроси Коль принести черный чайник. Я думала, ты знаешь. Кто приехал? Кто приехал? Что такое? Что он там нашел? Кто приехал? Кто приехал? Кто приехал? Что там у тебя за какой-то пирожки? А у меня три. Это собака. Самый настоящий. У меня большие планы. Это мы скидали. Робот. Я в курсе, мне приходят все уведомления. О, кто приехал? А, ты видео снимаешь? Привет всем нашим подписчикам. Я бы вам распаковочку сделала, но уже все убрала. Распаковывай заново. Не, не могу. У меня это мусор. Смотрите на моем блоге. Ты протри камеру здесь, знаешь, надо протирать. Я знаю, но я ее крутила. Вот сюда тебе мучить. Включили фьючер? Песня «Маскоп». Банда в сборе. Нас! Прекрасно! Молоды! Это команда. И добры. Прекрасные, прекрасные. Да. Руку, мам, ты да, отстаешь от группы. Фу, отстаешь. А так, а можно вот и корк поближе подойти?
Вам выгодно. Нет, лучше подальше. Экран. Я тебе потом передам. Чего она молодец. У Петра Первого был что очень классный? На море. Ботик? Нет, когда их много. Флот. Восьмерка, если повернуть на 90 градусов, что это будет? Я просто обожаю Flat White. И кто я? Кофеман. Псих. А это напиток, как называется? Кофе. Напиток. А, не, ой, сори, да. Так. Так, такая маленькая игрушка, которую можно повесить на, например, на сумку. Брелок. Почему? Пушкин? А, ну, в смысле, время закончилось. А, время. Фили уснул. Я просто... Так, ну что, сегодня по плану у нас опять торговый центр. Видимо, все эти пробки в Москве из-за нас. А потом мы едем на день рождения к подружке. А потом мы едем на концерт органной музыки. Че? Ой, я забыла губы накрасить. У меня есть свой какой-то блеск. Так, а как машину заводить? Я забыла. Сейчас Настя подумает, как завести машину, чтобы нам не измерзнуть на улице. У нас такая красота. Вы посмотрите, сколько снега. Вообще супер. Поэтому Москва сейчас точно будет себя стоять. Мы будем ехать 3 часа. Но морально готовы, потому что мы тем более едем без детей. Это гораздо приятнее стоять в пробках. В общем, мы собрались. Едем сначала за подарками. Потом мы едем на день рождения к подружке. Потом мы едем на концерт органной музыки, а потом едем домой. И будем готовиться к фильному дню рождения, дубль 2, который у нас будет завтра. Приедут бабушки, дедушки. Но мы особо ничего устраивать не будем, у нас будет просто семейный обед. Вот, а сейчас будем пробираться по пробкам Москвы. Changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. Keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Утра. Филин день рождения, и мы едем. И мы едем в магазин за продуктами, потому что к нам сегодня приедут мои свекр и свекровь поздравлять Филю, и в общем нам нужно купить тортик, нам нужно кое-что приготовить, и нужны ингредиенты, которые мы не смогли купить вчера, потому что мы тусили по полной программе. И все магазины были уже закрыты, когда мы вернулись домой. Поэтому вот сейчас самое время, прямо в день рождения, поехать приготовиться. Продумать все заранее, это мы любим. В общем, пытаемся согреться в машине. Блин, у меня что-то грязное. Что-то грязный пуховик. Ну ладно, все равно я его тут на даче оставлю. Крепкая? Крепкая детская шампанское? Oh,
Чугу! Какие часы, Филюш? Какие колёсики. Да я её возьму. Да я. Крутиши нас на кухне. Видимо, они там продавали. Прям больше половины. Прям больше.